Всем доброе утро, точнее даже день. Я уже иду домой. Вот, мне нужно сегодня к врачу сходить, к терапевту своему. Ну, на так, хочу кровь сдать, посмотреть, в общем, что почем, как есть мечом. И закрылась пораньше. Вышла сегодня из дома, одела ветровку. И пришлось ее снять прямо около машины. Жарища страсть. Даже не ожидала. Представляете, какая погода хорошая. Прям жарко. Я иду в одной вот... У меня вот такая вот она. Как она, бархатная, что ли, типа того. Судадера. С капюшоном. Ну, в общем, спортивная. И все. А я мерзлячка. Но сегодня замечательная погода. И тепло. Даже я бы сказала, жарко. Смотрите, как красота. И вот, блин, как всегда, назло. Мне нужно к врачу, а ко мне клиентка пришла. Но я ее на завтра отправила. Говорю, завтра приходи. Мне сегодня, пока я паркуюсь, пока то, пока сё. Проблема с где машину парковать. А так бы... Времени на все хватило, но нужно всегда... Я человек пунктуальный, поэтому нужно всегда с запасом, чтобы время было. Я лучше, знаете, приеду пораньше, припаркуюсь. Хотя 100% у медика тоже надо будет ждать. Ну, посмотрим. Пойдем, хватит нюхать, Чарли. Смотрите, улочки наши. Мы уже поели, знаете, что я делаю? Правильно, попкорн. Вот такой вкус сливочного масла. Очень вкусный. Поела я салат с сарделькой. Поэтому ничего интересного. А вот попкорн сейчас тоже будем хавать с каким-нибудь фильмецом. Вы любите попкорн? Особенно вот этот, который с сливочным маслом вкусом, вот такой вкусняцкий. Пахнет уже сливочным маслом. А потом ходить пойду, километры наяривать. А как иначе? Сначала пожрал, потом сжег. Все, сейчас посмотрим, что получилось. Та-дам! Такая вот специальная для вкусняшка. Тепленький, вкусненький. Ням-ням. И чай поставлю. А то есть сухомятку как-то сухой не пойдет. А вот с чаем самое оно. Какой-нибудь вкусняцкий чай заварю себе. И все. Посмотрю сериальчик. Блин, знаете, я обрезалась бумагой. Вот этой частью как-то доставала и вот тут обрезалась. Вообще бумага очень режет, так что пипец. Не успеешь. Прям щух, как хуже, чем нож. Вообще, очень часто режусь бумагой. Особенно, знаете, вот эта вот, которая офисная бумага. Вот там вообще это хлеще ножа. Сегодня на пляж решила приехать. Так как вы с Ксенией не приезжала, народу было много. Сегодня народу мало. Ну, как ходят, тут гуляют, но детей. Главное, что детей не очень много на пляже. Они все в школу сегодня пошли. Вчера у нас был праздник все еще. День Андалусии отмечали. Чуть ли не целую неделю. Вот, а сегодня уже в школу пошли. Так что детей на пляже нет. Одни такие уже, ну, собачники. Там вот много тоже собак вижу. И такие пожилые уже люди. Ну, или спортсмены, которые вот, например, бегают. На пляже там люди тоже загорают. Сегодня вообще хороший денек такой прям. Весенний. Птички поют. Что еще надо для счастья? Ничего. Разгрузиться немножечко, походить. Сейчас поближе туда подойду, к вам море покажу. Если интересно. Хочу сегодня, иду, думаю, суп из морепродуктов сделать на завтра.
Вот, все рецепт вспоминаю. Но все равно в интернет полезу. Я, знаете, как рецепты в интернете нахожу, а потом все равно что-нибудь свое добавляю. Ну, наверное, мы все такие повара. Какую-то свою изюминку всегда добавляем. Я, в принципе, знаю, как там его готовить, но все-таки что-то новенькое всегда вычерпываю. Вообще, интернет такая штука классная. Я не знаю, как раньше без него жили. Сейчас какой бы вопрос не поступил в голову, сразу лезешь в интернет и все сразу почитаешь и знаешь. Такие вот дела. Вообще, так быстро время летит. Уже не успеем заметить, как придет лето, и сюда уже невозможно будет приходить вот так вот спокойно гулять, читали. Ему, кстати, даже поводок не привязала, потому что все равно он тут без него бегает. Не, ну он у меня в машине лежит на всякий пожарный. Звонок как у мужа, у телефона. Так что вот так вот. Сейчас погуляем. Я уже сегодня раньше в 5 выходила гулять, сейчас около 6. Кстати, вот эти вот очки, они у меня машинные, скажем так. Я их специально в Алиэкспрессе покупала или на Алиэкспрессе, не знаю. Специально, чтобы они у меня в машине лежали. Потому что я, знаете, как обычно, выбегаешь из дома и забываешь напялить очки. А потом в машине едешь и щуришься. И у меня двое таких машинных, скажем так. Ну, сейчас уже одни, потому что я также их домой отношу и там их опять дома забываю. В общем, пипец какой-то. И они не очень хорошего качества, но для машины нормально. И такое ощущение создается, что постоянно я только их и ношу. Ну, потому что я забываю из дома, когда выхожу. Я забываю нормально одеть. Тем более сейчас как-то типа пасмурно, что ли, солнце, не солнце. Завтра вообще дождь передают, ну, во второй половине дня, поэтому я еще успею поработать. Немного, скажем так. Потому что дождь для парикмахеров... не очень. Особенно завтра среда. Еще вообще не очень. Но у меня есть одна клиентка точно, которая сегодня пришла. Я ее отправила домой. И еще кто-нибудь придет. Конечно, придет. Куда они денутся? С подводной лодки. Точнее, с нашей горы. Я там одна единственная неповторимая. Правда, и народу меньше и меньше становится с каждым годом. Бабушки мои умирают. Там лежу, мусорки, кресла какие-то валяются. Я, знаете, любитель по мусоркам посмотреть. Ой, что там валяется и как там валяется. Ну, нет, это, наверное, не ахти, что там стоит. Видите, бабушки всякие, дедушки. Там кресла какие-то доисторические. Не очень. Прям совсем старые. Буду сейчас суп готовить. Там ничего сложного. В общем, я там положила лук обжариваться, перчик. Там он обжаривается, помолола его. Сейчас, пока поджарится немного, добавлю помидоров, тоже перемолю. Потом добавлю паприка сладкая. Это очень хорошая паприка. Мне сестра ее привозила. Cesaris.
А, нет, Сесарино Касерес. В общем, это город такой. Она в путешествие, когда ездила, оттуда привозила. Это обалденно пахнет этим. Как его называется-то, господи, аумаду. Копченым. Вот, добавлю потом ложку муки. Все это промелю хорошенечко, чтобы никаких не было, ни кусочков, ничего. И добавлю, бульон рыбный. У меня вот уже готовый. И потом в конце уже всякую рыбу. И будет такой суп обалденный. Вот тут разная рыба. Тут и креветки есть. И мидии. И вот такие ракушки. В общем, всякая разная рыба. В общем, вот это в конце добавлю. И будет вкусно. Ну а почему не будет вкусно-то? Конечно же вкусно. И париться долго не надо. Вон все за тебя сделают. Уже, видите, нагрелся. Пускай. Пускай работает. А я буду отдыхать. Правильно, от работы кони дохнут. Кстати, я поменяла. У меня уже март. Да, видите, какая я. Спасибо вам, напомнили. А только так бы висел еще. А рыба моя тут такая отдыхает, и батарейка садится. Ты отдыхаешь? Сейчас пойдем батарейку заряжать. Поставила туда рыбку, вот выбрала. Видите, вот, чтобы она сварилась. Она, в принципе, быстро варится. А эти, они прям за 5 минут, даже за несколько минут. Ну, за 5, потому что мороженое положить туда, и они быстро сварятся. Пока рыбка варится, минут 10, наверное. Кстати, кальдо неплохое, бульон. Нет там никаких там Е, А, О, У, И, И. В общем, всякие эти вот, которые вредные продукты, скажем так. У меня уже зажарочка поджарилась. Основа, так скажем, основ. Основа. Ну, что ты запотела? Основа всего супа. Видите, какой? А запах вы не представляете. Ой, блин, его же нужно это. Хорошо про это. Промолоть, чтобы не было никаких... крошечек. А я и забыла. Оно там сейчас хорошенечко, чтобы промолола. Теперь все. Чтобы не было никаких ошметков. Видите, какой, как пюре стало. Вот это вот да, вот это совсем другое дело, видите? Чтобы ничего у вас во рту не попалось неприятное такое. Сейчас это все в суп сюда. Так, он уже закипел, немножечко поварим его. Хотя можно уже это заложить. Вот такой суп получился. Блин, на неделю опять такую кастрюлю нам здоровую. Ну, а как сварить мало? Я не умею. Вот, смотрите, сколько тут всяких гадов. Как это пахнет, вы просто не представляете. И на вкус очень вкусно. И легко. Какая вкуснятина. Видите, там и креветочки. И всякие ракушечки. Завтра у нас будет вот такая вкусняшка с лимончиком. Самая вкусняшка. Я тут почти все убрала, ботинки зимние, кроссовки зимние. Смотрю сейчас телек, погоду, и передают похолодание завтра. Обалдеть. Я уже приготовилась к весне, лето встречать. Ага, фикушки. Ну, там, говорят, на 2-3 дня всего, так что потом опять весна придет. Ты умываешься, что ли? Такой вот у меня чистюля. Может, вот часами вот так себя умывать. Мы сейчас одни, у нас сегодня футбол. Каждый день в Испании, каждый день футбол. Кто-нибудь с кем-нибудь играет обязательно. Ну, а мой муж футболист. Телевизионный. И ни одного матча не пропустит, поэтому он футбол смотрит.
Ну, а мы сейчас пойдем купаться, умываться. Все-таки дождик на завтра передают, так что посмотрим, что будет. Что нас ожидает завтра? Ну, такой чистюля, ну вообще. Скажи всем пока. Вот, что-то грязное, что ли, не пойму. Да нет, экран. Так что посмотрим, говорю. Ну, не все, конечно, я кроссовки там спрятала. Есть такие, которые более весенние, более осенние, демосезонные. Дождя как бы нужен дождик, но я не очень хочу. Я хочу уже лето. Все, я хочу лето. Я хочу уже короткие рукава, одевать майки, юбки хочу. Уже все. А нет, еще пока не уходит. Морток, наденешь тройпорток. Но это, конечно, не про Испанию. Здесь портки-то ищу тройпорток. Вообще, эта зима очень была теплая, поэтому как бы... Уги свои одел один раз, два, и то ночами. Представляете, я в прошлую зиму их, наверное, месяц целый носила. Они мне так нравились, так нравятся. Но не по погоде. И парка у меня, она мне тоже очень нравится. В этом году один раз только одела. Вообще, зима теплая была. Как бы мои бабушки там не протестовали и говорили, что вот, мне так холодно, но эта зима была теплая. Ну да ладно, будем ждать весну. У нас всю неделя масленичная, но я больше блинов точно не буду печь, потому что жопа вырастет. Вырастет попа от блинов. Да. И так уже вон сколько мы их поели. Редко, но метко. Так что все, друзья, будем с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся завтра. Подписывайтесь, ставьте пальчики, пишите комментарии. Спасибо вам огромное за комментарии. Всем отвечаю. Конечно, нет, наверное, много забываю иногда ответить, как посмотрю, и потом раз не отвечу. Бывает и такое. Все грешны, все мы ходим под Богом, мы же не роботы. Но в основном почти стараюсь всем ответить. Так что до завтра и всем пока-пока!